Марат Гизатов – художник со стажем. Свой талант и интерес к мастерству унаследовал от дяди. Чтобы стать профессионалом в деле, Марат Гизатов окончил художественно-графический факультет Педагогического института в Аркалыке. Он обучает рисованию более 150 детей, вдохновляя и направляя их в мире искусства. Персонально первый, потому что я, как вот говорил, я учитель живописи детей. Работ мало, потому что это спонтанно все получилось. Работ я выставил мало, потому что в основном работы проданы, и где-то недоделаны или только начаты. Поэтому вот примерно такая выставочка. Вот направление живописи на холсту с маслом. Заниматься с детьми начал буквально, получается, недавно, всего несколько лет. В нашем районе, в нашей области очень много талантов, очень много. Ровно год назад здесь проходила выставка наших детей, моих детей. Картины художника передают не только атмосферу, но и показывают его профессионализм и состояние души. Многие посетители высоко оценили работы Марата Гизатова. Здесь очень много хороших работ, которые могу выделить. Это «Алые паруса» или же вот «Гора Бурабай» или «Итальянка». В этих работах мне нравится своя натура, своя работа с красками. В основном используется материал масла, что редко используется в наших художках или учениками. Но что хочу выделить лично от себя, это то, как художник показывает детали. В планах художника открыть свою собственную художественную школу, в которой дети смогут обучаться бесплатно. Персональная выставка Мурата Гизатова «Пейзаж» продлится месяц. Любой желающий сможет посетить музей литературы и искусства и ознакомиться с работами. Рахат Салеев, Жерсон Мерзак, Кокчак Парат.